Всем привет! Снова здравствуйте! В этот раз опять Скульптрис Альфа 6 и опять разберемся, болванки как делать. Сегодня буду делать болванку крысы. И, кстати, сейчас на канале Тимура, ссылку оставлю под этим роликом, он делает мыши-рокеры с Марса модель Модо. Кому интересно, сегодня в 16.30 он начнет опять стрим, доделывать модель. Кому интересно, уже заходите, пообщайтесь, задавайте вопросы и так далее. Ну что, погнали, разберемся по болванке. Опять берем сферу и вот ставим граб. Делаем больше курсор, кисть, размер. Ставим опять же на бок, как и с предыдущей болванкой барана. Чуть-чуть еще можно прибавить кисть. И вот так вот все это дело вытягиваем. Выравниваем Shift, правая кнопка мыши. Здесь вот немножко сделаем сплюснутой, потому что у крысы морда узкая. Ну и вот теперь можно поработать флаттеном. Сделать опять кисть побольше. И вот так все это дело можно подогнать, сделать более-менее приемлемую форму. Вот так все это дело будет выглядеть пока. Так, теперь ставим драф и немножко поднабросаем какие-нибудь детали. Вот, допустим, нос. Также можно накидать вот эти вот части возле носа, мягкие, где губа. Так, ну и немножко наметим глаза. Вот таким вот образом. Вот уже что-то похоже на крысу. Сделаем теперь, давайте поработаем немного с черепом. Вот здесь вот можно все это сплюснуть. Здесь тоже немножко подровнять. Вот такая штука. И Shift, левая кнопка мыши, опять же, все это выглаживается. Более-менее придаем вид уже болванки. Вот такая штука получается. Ну и наметим теперь уши. Сделаем кисть поменьше. Вот так вот. И опять же, как и с бараном, маскируем. Делаем Ctrl-I. Ставим граб, кисть побольше и вот так все это дело вытягиваем. Теперь все это дело можно чуть-чуть еще подкорректировать. Вот в таком духе. Большие уши можно не делать. Вот так немножко их отведем. ZBrush уже можно будет потом еще подкорректировать. Это уже не беда. Это болванка. Ctrl, левая кнопка мыши, снимаем опять же выделение маски и немножко шифтом все тут немножко подгладим. Особенно сзади, если есть переломы. Так, намечаем теперь Ctrl и намечаем шею. Вот так. Делаем Ctrl и ставим как удобно и опять же можно еще использовать кисть Draw, отключить клей и немножко поднабросать массы, чтобы не было ломки при вытягивании. Вот так все это дело вытянем и немножко подкорректируем. Все это в ZBrush поднакидается, это не беда, не проблема. Так, снимаем маску, выглаживаем и поработаем с нижней челюстью. Ее можно сделать уже в ZBrush отдельную, но можно здесь поднабросать. Опять же, включим граб. Так, клей и погнали, уменьшим кисть. И немножко вот так все это дело здесь поднакидаем. Выглаживать не забываем.
Ну и немножко вот так вот здесь вот скулы поднакидаем. Ну и немножко вот здесь добавим. Все это шифтом выглаживаем. Где-то можно немножко добавить шеи массы. Вот так вот. Ну и тут можно немножко поднакидать и выгладить. Вот такой вот принцип получается болванки. И немножко давайте поработаем резкой. Это вот кисть Кризис. Крис. И немножко побольше интенсивности, чтобы больше было видно, что да как. Мягкие детали, части не забываем. Скулу тоже не забываем. Ну и разрез немножко глаз добавим. И вот здесь вот отметим ухо. Вот так. Вот получается что-то в таком духе. Драп, клей отключаем, включаем инверсию, кисть побольше. Можно здесь вот немножко повдавить. Вот здесь вот тоже можно. Будет у нас мультперсонаж. Так что заморочки, фантазия пусть работает. То, как вы себе представляете. Вот так вдавливаем ухо. Опять же все это дело выглаживаем. И в ZBrush уже, повторюсь, добавим детали, все, что и глаза, и так далее. Так, теперь граф. Глобал можно отключить, инверсию отключаем, кисть побольше. И сделать морду можно поменьше, поуже. Вот так вот. Вот уже, в принципе, похоже на мышь. И немножко морду надо побольше. Вот здесь вот чуть приподнять, а здесь чуть припустить. Вот теперь это будет крыса. Так, нижнюю часть тоже можно приподнять. Смотрим со всех сторон, что тут да как. Можно немножко сделать углубление глаз. Инверсия, опять же кризис. И вот так вот вдавить глазные яблоки. Так, что еще тут можно сделать? В принципе, не такая сложная модель. Можно добавить еще немножко нос. Вот так вот. Чуть-чуть поострее. Вот таким вот образом. Ну и немножко давайте порежем вот эту часть. И немножко нижнюю челюсть подтянем. Так, интенсивность поменьше, и можно еще ухо поднабросать. Вот здесь вот добавить объемчику. Вот так. Немножко можно флаттеном поработать, где-то что-то подровнять на шее, где-то поработать драйв инверсии чуть-чуть вот здесь вот где-то приубить. Вот так. Опять же шифтом выгладить и флаттеном инверсию отключить, сделать шею чуть-чуть вот здесь потоньше. Так, немножко можно здесь еще поуглублять. Вот так вот. Здесь будут зубы потом. Ну и опять же шифтом где-то что-то выгладить.
Так, смотрим теперь на строение черепа. Вот так. Можно здесь тоже поработать крабом. Чуть-чуть прижать. Здесь сделать чуть-чуть вот так вот потоньше. Ну и шею можно немножко вот так вот вытянуть. Вот так. Вот такая быстрая заготовка. Вот такой принцип построения мультяшной крысы. Вот так вот. Можно, если что-то уже делать, экспериментировать, то можно делать и вот такую морду. Можно нос немножко задирать. Вот уже другой персонаж. Если поднять, допустим, глаза выше, то получится еще другой персонаж. Вот уже вот такой вот крыс получается. Не бойтесь вытягивать. Все возвращается Ctrl-Z назад. Если что-то вам еще нужно, то Ctrl-Shift-Z на шаг вперед возвращает. Все, всем пока, до свидания. В следующем ролике я покажу, как уже сделать персонажа, поставим его в позу. Все стандартно будет, так что, может быть, объяснять и не надо будет, но посмотрим.